Информацию об автомобиле и местоположении, ну, правильно ли определяет? Давайте сверим. Ну, давайте сверим. Называйте цвет, марку и адрес. Разговор с диспетчером АО «ГЛОНАСС» с самого начала кажется странным, ведь по идее при проверке системы называть все координаты автомобиля должен именно работник мобильной службы. В этом случае получилось наоборот. А марка автомобиля? Марка, все верно. Toyota Crown, все верно, правильно? Да. А местоположение — село Михайловка, Приморский край, верно определяет? Да, все верно. Звонивший мужчина схитрил и назвал абсолютно неверную информацию о машине. Диспетчер исправил только цвет автомобиля. Все остальное система якобы подтвердила. Этот автомобиль далеко не Toyota Crown, это Toyota Spade. И место расположения — город Уссурийск, Приморский край. Это не село Михайловка. Интернет полнится подобными видеороликами. Водители то и дело уличают систему «Эроглонас» в неспособности определить координаты и параметры автомобилей. И уж тем более помочь в случае аварии. Ребята, я нажал кнопку экстренного вызова. Вам должны были передать координаты. Мне координаты не передают. Меня соединяют с вами напрямую через оператора «ГЛОНАСС». Оператор находится в Москве, я нахожусь во Владивостоке. Вот, а я нахожусь на трассе, на мосту стою. Вот. Где конкретно? Вы можете меня сориентировать где? Правда, есть и положительные результаты. За прошедший месяц служба экстренного реагирования обработала почти 2000 вызовов. В 5 случаях звонки оказались неложными. На места аварии диспетчеры отправляли наряды скорой помощи и ГИБДД. У нас был конкретный прецедент, когда гражданка попала в аварию, и, к сожалению, у нее не сработала кнопка, и у нее случились там довольно серьезные проблемы. По крайней мере, водителям с установленной кнопкой «Эра» есть что тестировать. Таких немного. Тысячи машин до сих пор остаются стоять на заграничных и русских таможнях или в гаражах автовладельцев. Ситуация остается безвыходной. ПТС не выдают, систему «ГЛОНАСС» купить негде. На данный момент, по информации «ГЛОНАССа», мы получили всего 5200 кнопок. По данным таможни, выпущено всего 3050 машин. Где 2000 еще кнопок? Большой вопрос. Губернатор говорит о том, что к августу вопрос должен быть закрыт. Ровно то же самое у нас говорилось в марте, ровно то же самое нам говорили в мае. Здесь вопрос не в том, что мало кнопок. Здесь вопрос в том, что нас заставляют все кнопки прогонять через АО «ГЛОНАСС». Водители говорят, что покупать кнопки напрямую у завода было бы проще. Устройство есть, но обойдя таким образом АО «ГЛОНАСС», автовладельцы рискуют не получить ПТС. А тем временем цены на официальные кнопки взлетают до 70 тысяч и выше. Переплачивать людей заставляют за скорость доставки устройства. Я приехал из Томска сюда автостопом, чтобы как-то помочь автолюбителям Приморского края и Сибири. То есть попытаться разобраться и направить в правильное русло вот это движение. Вот только направление задают на государственном уровне. Сегодня ответ на все запросы и жалобы автомобилистов такой же, как и несколько месяцев назад. Мол, ждите, кнопки скоро будут. Закон об обязательной установке системы «Эроглонасс» приняли еще 1 января этого года. На дворе июль, но до сих пор водители в подвешенном состоянии. Усугубляет положение тестирование кнопок. Растущее число видеороликов, где устройства не срабатывают, только обостряет обстановку. Ирина Мокрецова, Александр Бартовщук. Новости на 8.